Здорово. What the fuck? Здорово, чат. Всем привет. Добрый вечер. Видел тачка, что горела, и охуел. Я, короче, лежу, и такой звук. Хлопок один, и потом второй хлопок. Я думаю, нихуя себе, но это же не салют, потому что он не подряд, типа, ебанул. Вышел по окнам, посмотрел, нихуя нету. Потом мне начали в комменты писать. Настроение начало поправляться чуть-чуть, типа, ну, пока более-менее, но. Доступа к деньгам у меня нету, депнуть я нихуя не могу. Сегодня читал комменты на ютубе из Бурмалды твоей, там очень токсичные люди сидят. Ну, что поделать? Я не могу нихуя с этим поделать. Всем людям я не смогу. Могу объяснить, и все люди не поймут, что у меня там может быть какое-то состояние, своя какая-то хуйня там или еще что-то. Кто-то даже вот то, что я сейчас сказал, он воспринят так, что типа я как-то не так что-то говорю, хотя я просто говорю. Здесь, кажется, более лояльно относятся и понимают. Ну да, ну я понимаю, что большая часть вообще аудитории это с пониманием относится, с заботой там, волнением, что со мной происходит и так далее. Но появляются челы какие-то, которые, ну, могут хуйню какой-то написать полную. Специально. Хуй знает для чего. А, кстати, я телефон разбил. Если отмажу все деньги и все нормально будет, то это гелик сразу куплю. Я думаю, что пуканы жестко взлетят, когда гелик будет куплен. Потому что они же очень радуются тому, что я там, типа, деньги проебал. Они же прям рады. Ну, типа, их долг вот именно на чужом горе обрадоваться. Я не про чат, я же в общем говорю про всех людей, кто как-либо... Да это ебанутый так-то инфоповод произошел, если вы не поняли. Типа, о том, что я проебал деньги, ебать, сколько людей знают. Прям очень много. Типа, это как инфоповод сработал. Так что все, что не происходит, все к лучшему. Все баблики постили, все там, кто-то говорил об этом. Ну, реально, дохуя народу об этом говорили. Чистый инфоповод на 15 миллионов. Ну, на тот момент на 13. Или сколько там было? На 12. Да я вообще норм справляюсь с Федором. Типа, я не знаю, как там со стороны выглядит. Ну, типа, я ебануто его там люблю. Он играет, проявляет всякое внимание сам мне тоже. У меня все окей, типа. Я уже, мне даже уже... Ну, то есть, поначалу я ебануто боялся вот этого шипа его. Мне сейчас настолько похуй вообще на это. То, что он на меня там может напрыгнуть и так далее. Мне вот вообще до пизды. И он со временем уже начинает понимать, что мне поебать на это. То, что я захожу в комнату, он начинает шипеть, я просто на него иду, подхожу к нему, разворачиваюсь спиной, кладу тарелку спокойно и выхожу просто. Раньше он бы даже не дал мне так сделать. А сейчас мне просто похуй, типа, я захожу. Костя, как относишься к острой еде? Вот тебе реально не похуй, на как я отношусь к острой еде? Ну реально вот. Если тебе не похуй, то нормально. Люблю иногда остренькое поесть. С такими кошками это реально трудно. Это как ребенка. Ребенок как будто. Ну, он реально ребенок, но типа с ним нянчится и так далее. Ну, он требует очень большого внимания. Обычно просто этих котят берут, называют Гуччи и let's go. Че будет, то будет. А потом через полгода звонят заводчикам и говорят, бля, что-то пиздец, типа невыносимо с ним находить. Можете, пожалуйста, его забрать и вернуть деньги. Самое распространенное имя сервалов и саван это Гуччи. Фенди еще называют и всякими брендами. Чтоб такого кота назвали Федор, это надо ебануться нормально так. Мне кажется, самое охуенное имя. А ты в будущем будешь гулять по улице? Не факт, потому что, короче, есть и плюсы в том, что ебать прикол на улицу с ним выходить. Есть и минусы. Он будет потом просто с ума сходить, чтобы его на улицу вытащили постоянно. Федор, мне кажется, не только меня будет любить, он будет после того, когда он полностью пройдет адаптацию, он, я думаю, будет очень добрый и можно будет всем залетать. Стрим по дому с ним будет тогда, наверное, я думаю, что тот день, когда я открою дверь, может быть, тогда. Я не знаю, когда настроение будет, тогда и будет. Porsche в новом цвете, да, после... Ну, я же все хочу грамотно сделать, поэтому я покрашу новые запчасти в цвет кузова, чтобы, когда пленку снимать, типа, он был цельный. И после этого я его заклею. Я, если что, гели хочу на белом салоне. Я на белом салоне ищу. И с ромбиками они, которые... Нищий салон, который чуть дошитый. На черном, ну... Либо белый, либо черный салон. Ну, ищу я в белом салоне, но если там какая-то цена, типа, ебанута, привлекательная, то я могу рассмотреть. И там пробега, типа, пробег я смотрю до 30 тысяч, типа. Пау-пау-па-пау-па-пау-па-пау-па-пау. Э-я, 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 э-я.
Па-п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 а-
отвечает дядя Федор. Не хочу. А ты? Такой холодный, как айсберг в океане. А ты такой холодный, и вся твоя попа, 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 попа. Всем спокойной ночи.